привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в моих милых маленьких пушистиков. Кстати, а ты любишь пушистиков? Если любишь, обязательно ставь лайк, а мы начинаем. Смотри-ка, вы что? А, вы в туалете хотите? Простите, я, кажется, про вас немножечко подзабыла. Надо бы быстрее вас сводить, сделать свои делишки. Не хотелось бы, чтобы здесь были какие-то мокрые пятна. Так, а это что за коробочка? О, дерево! Ничего себе, целое! А что с ним делать? Наверное, мои котики будут в него играть. Сейчас проверим, интересно, он будет играть? А, ты спать хочешь? Ну ладно, беги спать. А я-то хотела с вами поиграть. Мне кажется, мой тигренок тоже хочет спать, потому что он там зевает из туалетика. Но, о, тиска сойдет. Отлично. Ура, ура, ура. Давай тебя потискаю. Кстати, у тебя очень крутой прикид. И очечки классные. И шапочка крутая. Ой, смотрите-ка, смотрите. У нас что, сегодня день рождения намечается? Что? А разве можно так на дерево вообще прыгать? Это очень странно. Ладно, давай лучше посмотрим, что там у нас, какой будет леопардик. У него же сегодня день рождения. С днем рождения тебя, леопард. Смотри, какой веселый танец и куча друзей. Все как и должно быть. И тортик с рыбкой в подарок. Дайте мне... А ты чего весь торт съел? Ну ладно. Главное, что ты подрос и станешь большим и взрослым котиком. Я тебя могу потискать. Давай я тебя поглажу. Ты ж мой хороший. Давай посмотрим, какой он... Ой, ты что меня облизываешь? Божечки, макарошечки. Спать захотел? Эх, ладно, беги тоже спать. Как-то даже грустно, что все спать ушли. Так, давай, стоять, подожди, давай прежде чем спать, что-нибудь подберем тебе подходящую одежку, а то мы тебе одежку даже не подбирали, оказывается, я думала, ты у меня уже в снарядиком. Так, давай, нет, какой-то странный нарядик, очень странный нарядик, давай без шапки вообще будем, и ботиночки обязательно надо надевать, вот так. Будешь вот такой. Посмотрите, чем в это время тигренок занят. Он тут с вентилятором играет. Да, эти тигрята, они постоянно что-нибудь придумывают и что-то играют. Ладно, пусть мои малыши спят. Ну, вернее, они не совсем малыши, а уже совсем большие большеши. Пусть спят. А я пойду посмотрю, у меня что-то здесь восклицательный знак какой-то горит. Это что, у меня новый дом? Да ладно, это прям настоящий новый дом у меня будет? Давай посмотрим, кто же там будет жить. Интересненько, какой-то странный домик. И кто... О, что? Это, я думаю, что это зебра. Если тоже так думаешь, обязательно лайкосик ставь. Ну что, давай откроем и посмотрим, кто же там в этом домике. Точно, маленькая зебра. Какая же она милая и красивая. Божечки, я бы ей 1000 лайков поставила. Это так мило. Смотри, какая она смешная. Она что, фрукты ест? Овощи? Интересно, что она там такое съела? Это получается, здесь у нас дом для травоядных, а там, наверное, для хищников. Точно, точно. Все, я разобралась. В общем, если тебе понравилась моя маленькая зебра, обязательно ставь ей лайк. Она очень милая и очень красивая. Интересно, правда. А что, мы можем здесь что-нибудь? А, вот и новенькое что-то. Здесь ничего себе, какая красивая кроватка. Она прелестная. А еще что? Больше у нас здесь ничего нету, к сожалению. Но я думаю, когда мой малыш сходит поспать, он обязательно что-нибудь придумает. И я думаю, что должны появиться какие-то новые мини-игры. Давай подождем немножко, а я пока посмотрю, что здесь еще можно сделать. Больше ничего нельзя сделать. Ладно. Все, малыш, вставай, давай с тобой будем играть. О, точно, я Ничего себе, сразу куча подарков. Давай откроем все. Это, я так понимаю, что душ. Это туалетик, конечно же. Куда же без туалетика? А это игровая приставка, чтобы мой маленький малыш мог играть. А пока ему надо сделать пипи. Потому что он же еще маленький. Ему как бы надо делать, в общем-то, эти делишки. Так, он такой малыш, что его даже не видно из этого домика туалетного. Так, давай соберем денежки и сводим его еще в душ. Посмотрим, как душ работает. Интересно, как вода будет наливаться. Так, с губкой все понятно, с фихоточкой. А водичка? А, все стандартно.
все прекрасно и удобно. Ну а что, пойдем посмотрим, какие мини-игры у нас появились. Давай поиграем с тобой в какую-нибудь... О, ничего себе, целых две мини-игры. И это что, гонки? Божечки, я такое не очень люблю. У меня такое не очень получается обычно. Фух, ладно, хоть гонки не супер большие оказались. Я справилась. Но думала, что не справлюсь. Еще одна? А, я хотела вторую игру вообще-то посмотреть. Ладно, давайте попрыгаем здесь через эти корни. Надеюсь, не придется приседать, потому что если придется еще и приседать где-то, это будет сложно и опасно. Я думаю, что я... А, ничего себе. Все в порядке, все справилось. Я вообще не представляю, как зебры могут плавать на доске. Но раз могут, значит могут. О, нам денежки дали, я думаю, что... И что-то интересненькое. А, это одежка и какая-то игрушка. Воздушные шары! Все, как я люблю. Прям я бы 1000 лайков поставила этой игре. Это же прекрасно. Здесь столько всего интересного и столько всего подходящего для меня, что я прям просто счастлива. Так, давай посмотрим, какая у нас тут летняя одежда для моего малыша. Ага, вполне себе летняя, вполне себе одежда. Наряжаем. И... Что? Сразу спать? Ладно, беги, спи. А я пока посмотрю вторую мини-игру. И шарик надую на всякий случай. Ну-ка, не хочет играть. Ну и ладно. Зато я поиграю во вторую мини-игру. Посмотрю, что там. А, я знаю такую игру. Здесь надо у этого енотика забрать фрукт, который он у нас тут пытался своровать. Потому что енот этот воришка, представляете? Он вообще проказник. Ага, интересненько. И что, и этот фрукт заберешь? Это вообще что за фрукт такой? Это больше похоже не на фрукт, но почему-то в форме рыбки. Странно. Ладно, пусть будет такой, какой есть. А что ты будешь делать? А, это будет коктейльчик? Ничего себе! Смузи в подарок! Чудо чудесное, чудо прекрасное. А тем временем мы можем купить нового малыша, но нам целую вечность ждать. У него будут рожки. Интересно, кто там будет. Ладно, потом разберемся. А я хочу еще, знаете, что сделать? Я хочу все-таки с котиками поискать этих котиков. С котиками поискать котиков, ну конечно же. Здесь у меня уже другой, в общем-то, другое пространство, так скажем. И котиков искать с каждым разом все сложнее, потому что они прячутся очень профессионально. И их очень сложно искать. По глазкам только можно их обнаружить. А вот хвостик я вижу еще. И мне еще одного котика надо найти. Сейчас внимательно посмотрим. Вот же он, зелененький, спрятался. Думал, что я его не замечу. Заберем деньжатки. И кажется, все. Здесь у нас все спят. Пойдем зайдем к хищникам и посмотрим, что они делают. А, у нас тигрянок не спит. Отлично, можно с ним немножечко поиграться и покормить его. Ух ты, как он ловко эту рыбку стрем. Еще одну. Тебе немного, ты не лопнешь? Кажется, не лопнет. По-моему, все в порядке. Ну что, тогда давай тоже иди спать, чтобы все были выспавшиеся и со мной в следующий раз поиграли. А на сегодня все, ребята. Обязательно ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. Всем пока-пока. И на колокольчик нажимайте, конечно же, чтобы уведомление приходило. Я пойду посмотрю, и этот спит. Так и думала.